новый удар судьбы выпал на долю Софии Ротару. Потеряла уже более 42 миллионов рублей. Концертный директор Сергей Лавров сообщил, что 72-летняя народная артистка СССР София Ротару очень сильно пострадала в финансовом плане из-за пандемии. Из-за отсутствия концертов она каждый месяц теряла порядка 14 миллионов рублей. И сейчас общие потери составили более 42 миллионов рублей. Это больше, чем у других артистов. Ротару ждет, когда вновь сможет выехать из Киева в Россию на гастроли. Но пока и границы закрыты, и массовые мероприятия запрещены. Лавров отметил в интервью изданию «Собеседник», что в России толстосумы сейчас устраивают закрытые корпоративы со звездами, и недавно Софию Михайловну приглашали в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве, и у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ, объяснил директор. Он добавил, что загадывать о том, когда можно будет отправиться на гастроли, невозможно. Поэтому сейчас Ротару отказывает всем, хотя соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли, надо же и коллектив кормить, объяснил Лавров. Он также рассказал, что до пандемии Ротару брала 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе. В месяц обычно она выходила на сцену 3 раза, при самом скромном раскладе 2 раза.